Шел концерт не на большой эстраде, а на строгой, на колонии. И как? И встречали по достоинству артистов два майора, лейтенанты и зэка. Мы достойно пригласили их на сцену, сцену, сбитую из досок час назад. На той сцене женщину я встретил и влюбился так по-детски, сгоряча. Я кину взглядом мрачный лагерь, и мне стало жалко пацанов. Взгляды ярко падали на женщин, и адреналин гонял им кровь. Я собрался с силами и спел. Задрожало сердце с микрофоном, когда тело женское груди в танце прижимал я в стенах зоны. Словно я держал цветок в руке, маленький цветочек, милый, нежный. Сердце зэка дрогнуло внутри, и на годы обрело надежду. Мне не важно, замужем она, если даже замужем я счастлив за того, кому она верна. И кто знает, что такое счастье? Я свою судьбу благодарю, что мне подарила радость в зоне. Знаю точно, что спасет весь мир красота, ведь красота в законе. Я ее красивее не встречал, может, просто срок мой долго длится. А друзья все шутят, что паник. Не грусти, найдешь, освободишься. Я ее красивее не встречал, может, просто срок мой долго длится. А друзья все шутят, что паник. Не грусти, найдешь, освободишься.